Молодец, видишь? Молодец, одну ну поймал. А ты чё поймаешь? Смотри, руки не повредят она. Молодец, хорошая такая щучка. Отлично, отлично. Но с кольцом надо, помните, да? Ну вот, да, вот, а кольца нету. Ну ничего. Но будем искать. Да, да. Ловить будем. Ловите, ловите, молодцы, молодцы. Вот так, ребят, да, это видео делал Сергей Михайлович, не мог поймать, сейчас поймал. Так, Александр Коновалов, ты еще надо поймать. Да, лови, лови. Виктор, тоже поймай. Так, у нас Екатерина сейчас тоже поймала щучку. Екатерина сейчас Николай даст это, догонит, да? Догнали, перегнали даже всех. Не-не, Екатерина две поймала, Коля? А, ты еще две поймал? Вы что, ребят, всю щуку к себе позвали, что ли? Ничего себе. Оба-на. Отличный результат, ребят. Вот так-то. О, Николай. Молодец. Ребят, отличный результат. Превосходный результат. Правда, надо Николаю и Екатерине поймать с кольцом. Они пока обычных ловят. Отличный результат. Я очень счастлив, ребят, очень счастлив. Что получается? 9 щук. Ха! Мы называемся 9 карпов. И Николай с Екатериной поймали 9 щук. Превосходный результат, превосходный. Отлично, ребят, вы молодцы, вы крутые. Так, ты у нас, друг, одну щучку поймал на дамбе. Да? Так, там, ребят, 5 щук поймал тоже парень. Нормально, кого он что-то тащит. Ага, щучку тащит. О, у нас ловят все. Молодец. Давай, смотри, с кольцом, нет? Молодец. Ничего, стремись в будущее. Это шестая, да? Ты молодец, ты крутой парень. Здесь все крутые. Все крутые рыбаки. Вот так-то. Нормалек, вообще превосходно. Превосходно. Все ловят. Так, сейчас я возьму за спиннинг и тоже начну ловить. Вот этот результат мне очень нравится, ребят. 9 щук. Это просто превосходно.